С начала 2014 года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 6 человек погибли, 57 получили травмы различной степени тяжести. В городе Рязани произошло 222 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1304 нарушения правил дорожного движения. Задержан 51 водитель в состоянии опьянения. Как показала новогодняя практика, большинство аварий произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. А самым нашумевшим стало рождественское ДТП в Рязани. И хоть алкоголем здесь не пахло, видео и комментарии взорвали интернет. Утром 7 января на улице Ленина Ford Focus, двигаясь со стороны площади Театральной, на красный сигнал светофора буквально смел Nissan. В столкновении пострадал и ни в чем не повинный Mitsubishi. От удара Nissan Juke отбросило на тротуар. К счастью, все водители и пассажирка автомобиля Ford отделались незначительными травмами. Они были доставлены в больницу, где им оказали помощь и отпустили домой. Словом, крупно повезло. А ведь могли быть последствия гораздо страшнее, поэтому хочется в очередной раз напомнить. Будьте аккуратнее и внимательнее за рулем, ведь жизнь у нас все-таки одна.